Привет, ребят! Я приглашаю вас на ретрит, который состоится в Сочи с 17 по 21 июня. Что будет на этом ретрите? Конечно же, будет полная распаковка вас. Что такое я подразумеваю под словом распаковка? Это не просто узнать какое-то ваше паттерное поведение, не просто отследить, а зачем вам это. Это погрузиться максимально, тотально, не только в те моменты, которые вас триггерят, но и, наверное, намного глубже через какой-то слой подсознания увести вас именно туда, откуда все это началось. Это не обязательно даже, это жизнь. Какая разница, в какой жизни это все началось? Это все равно нужно доставать, это все равно нужно прорабатывать, это все равно нужно просматривать, откуда это. И да, конечно, там будут и шаманские практики, там будет и игра на один из слоев подсознания, там будут и гвозди, но это будут не просто гвозди, к которым все привыкли, да, что встал на гвозди, постоял столько-то, и ты уже молодец. Нет, это будет глубинное поднятие того, что в вас сидит, глубинное поднятие, что сидит в ваших мышцах, в вашей гладкой мускулатуре, как бы это смешно ни казалось. И если вы готовы максимально поменять все, что с вами происходит, если вы готовы уйти в иное осознание себя, если вы уже действительно готовы стать и познакомиться с самим собой, какой вы есть, истинное я, то, конечно же, вам нужно на ретрит. Вы уже созрели, вам пора. А все остальное сделаем мы. Я жду вас. Присоединяйся. Пиши в личку. И я тебе расскажу обо всем.